это было всей моей мечтой, такой давней, увидеть президента вблизи, побывать у него во дворце, на экскурсии, послушать не только по телевизору и вживую где-нибудь на площади, в метрах с 200. Нет, это не то. А вот когда ты сидишь, и он в метрах 20 от тебя, и рассказывают про твои же заслуги, в которых ты принимал участие, непосредственное участие. И ты гордишься тем, что ты там находишься, что тебя выбрали. Это самая главная для меня награда была. Я работаю оператором линии производства пищевой продукции, занимаюсь изготовлением полуфабрикатов для дальнейшего производства шоколада с различным наполнителем, как начинок из пюре, так и обычных кондитерских жировых начинок. Я родился в Брестской области, в городе Белозерске. На фабрику попал в 2013 году после обучения в колледже. Мне было 18 лет, я думал, что сейчас пойду в армию, поработаю и здесь. Приноровлюсь, понравится, не понравится, вот. Буду думать дальше, оставаться, не оставаться. Но после службы в армии, там, именно там я осознал, что моя жизнь все-таки должна быть связана с нашей фабрикой, что мне нравится то, что я делаю, и что моя работа приносит удовольствие не только мне, но и потребителю. Еще в начале моей работы я предлагал ввести глазировку молочным шоколадом нашим технологам. Но тогда это было очень сильно затратно. Это дополнительные емкости, дополнительная территория, дополнительные линии, которые должны будут глазировать конфету молочным шоколадом. Такие, как вот как из заграничной Milky Way, допустим, у них же молочный шоколад глазируется. И людям интересно это. И после ухода в армию я пришел, и у нас уже появилась продукция «Молочный шоколад с нугой». И действительно это завоевало любовь на рынке, потому что может быть продукция какая-то с горчинкой, с кислинкой, что-то может быть не сильно сладкое. А когда твоя продукция сверху покрыта молочным шоколадом, он же сладенький, и получается такое сочетание вкусов прекрасное, как-то и кислинка, и сладость какая-то, и горчинка. И это взрыв эмоций, потому что ты вроде настроен на горькое что-то, а тут у тебя есть сладость и вызывает бурю эмоций. И это же интересно, это же хочется еще раз пробовать и пробовать. На нашей фабрике существует такой народный метод среди своих, когда ставится контейнер в цеху с новой изготовленной инновационной продукцией. И ту продукцию, которую больше всего съедят свои работники, непринужденно, по собственному желанию, то, значит, и будем выпускать в большем объеме. Почему? Потому что это очень интересно, это очень понравилось. Если понравилось нам, значит, понравится другим людям. На нашей страничке часто публикуют опросы. Что хотят видеть потребители, что хотят нового внести в конфету, что хотят вернуть, что лучше, наверное, убрать. Вот такие производятся социальные опросы, которые действительно помогают работать, быть ориентированным на рынок. Не только по собственным убеждениям что-то такое, что ты придумал, но и то, что хочется, действительно хочется человеку. Я участвовал в запуске линии в 2019 году. На нашу фабрику приехало новое, совершенно новое оборудование, которого не было до этого еще в Беларуси. Это линия по производству шоколада методом холодной штамповки. Его еще не было тогда в Беларуси, и это был совершенно новый метод, о котором знали только некоторые технологи, которые ездили на квалификацию в Германию, Голландию. И да, проявлял инициативу в запуске. И вот за это был награжден Белгоспищепром, увидел, так сказать, во мне такого человека, которого можно наградить наградой не просто фабричной какой-то, а государственной. Первая моя награда была «Минский мастер» 2018 года, и вот с того момента все началось. «Минский мастер» 2019 года, «Лучший молодой работник» 2018-2019 года. В 2020 году было тоже «Лучший молодой работник», и в 2021 году тоже был «Лучший молодой работник». Каждый год у меня получаются награды как «Лучший молодой работник». По совокупности всех этих заслуг, наград, мне вечером звонит Михаил Борисович, начальник нашего цеха, и он говорит, надо с нашим директором Сергеем Анатольевичем съездить на мероприятие. Я даже не догадывался, какое. Когда мне дали приглашение, и в котором написано, что где это все будет происходить и что за мероприятие. И вот в ту минуту я понял, насколько это круто, потому что когда ты приходишь на прием к президенту, ну, это, наверное, дорогого стоит. Наверное, большие заслуги ты должен проявить, чтобы тебя наградили. После проведения мероприятия по приезду домой родственники, большинство родственников видели по телевизору, потому что многочисленные камеры, много съемок, все это было показано, видно было даже по телевизору, скриншоты мне слали, что вот мы тебя увидели, ты там сидишь в шестом ряду, а шестой ряд, это же близко к президенту. И я и так думал, что он высокий человек,
А когда я его видел вживую, он большой, сильный такой, волевой человек. Вот за таким лидером хочется идти. Мне нравится его манера общения, потому что в своем докладе, даже когда он что-то читает, рассказывает, и он между этим вставляет какие-то такие свои шутки, которые уходят в народ. И мне вот нравится его слушать, и я смотрел весь доклад его, когда было послание народа. И действительно, люди сидят и слушают, потому что за какой-то новой темой ты слушаешь, новая тема. Хоп, новый разворот уже пошел, ты уже слушаешь что-то интересное другое, из другой темы. Потом новое, и тебя это зацепляет, потому что ты узнаешь что-то, ну, это про тебя все. И он рассказывает, и интересно реально действительно слушать его. Сергей к нам пришел молодым, зелененьким, худеньким мальчиком, но в то же время показал себя, во-первых, работоспособным, инициативным, и самое главное, что немаловажно для пищевого производства, очень ответственным. То есть ему можно было поручать, ну, практически любые задачи, но он их выполнял, ну, как и положено, со всей ответственностью. Поэтому, ну, рассмотрели сразу в этом молодом пареньке неплохого в будущем специалиста. И, соответственно, сразу же, буквально по его приходу, у нас запускались новые линии производительные. Поэтому на такие линии как раз-таки вот и нужно было подобрать персонал, который подходил бы к этому делу и ответственностью, и с инициативой. Нужно понимать, то есть и технологический процесс, и чувствовать продукт, который ты получаешь, да, будь то это полуфабрикат, либо это готовое уже какое-то изделие. Сергей прошел через все это, за 10 лет он... Да, вырос в оператора, бригадира. Мы ему здесь подобрали не только оборудование и продукт, подобрали и жену. Так он женился здесь. Поэтому, ну, человек прошел такой большой для него уже жизненный путь, половину своего жизненного пути, скажем так, взрослого уже. С моей женой Анастасией мы познакомились 5 лет назад. Она работала кладовщиком, снабжала меня сырьем. И вот одну канистрочку помог донести, вторую канистрочку помог донести. Красивая девушка, сразу заприметилась. И поэтому, да, надо было на нее производить впечатление, добиваться, что я же лучше, я же молодец. С тех пор мы вместе. В 2019 году у нас была свадьба. В 2022 году у нас уже родилась, 30 августа, в день рождения президента, родилась замечательная дочка Есения Сергеевна. Я очень благодарен своей фабрике за то, что она сделала мою жизнь действительно сладкой. Потому что она не только на производстве делает ее сладкой, но и в жизни. У меня есть замечательная любимая жена, прекрасная дочка, и мне хочется возвращаться домой. Как сказал Евгений Леонов, счастье – это когда ты утром уходишь на работу, с желанием уходишь на работу, а вечером с желанием едешь домой. Это действительно счастье. История с моей фамилией очень интересная и забавная. До женитьбы моя фамилия была Петрик, чисто украинская фамилия Петрик. Но при встрече с моей женой, у нее фамилия Сергей, и она мне очень действительно понравилась, и тем более она очень созвучна с моим именем. И мне понравилась, действительно понравилась эта фамилия, тем более Сергей даже звучит. Был обычный человек, Петр Сергей, оператор линии в производстве пищевой продукции, но потом появился Сергей Михайлович, и на фабрике узнают, потому что Петр Сергей это знали свои. А Сергей знают даже те, кто меня лично не знает. Приятно осознавать, что твоя продукция приносит удовольствие потребителю, ведь каждый с утра пьет чашечку кофе с чем-нибудь сладким. И приятно, когда что-то сладкое – это плитка шоколада нашей фабрики. Работа на конфетной фабрике для меня – это просто работа, в которой ты несешь радость другим людям. Потому что моя работа связана, так сказать, и немного с творчеством, потому что с каким настроением я пришел сегодня на работу, такая получится сладкая конфета для потребителя. Действительно, это вот проявляет желание быть всегда в хорошем настроении, всегда в удовольствии что-то делать, потому что, как говорят повара великие, что с твоим настроением передается это и потребителю. Я действительно могу назвать свою работу своей мечты, потому что она приносит удовольствие не только мне, когда я произвожу какое-то кондитерское изделие, но и люди, когда за чашечкой утреннего кофе съедают плитку шоколада, произведенную мной, и с таким же хорошим настроением, переданную через эту плитку шоколада, они начинают свой день, заряженные этим счастливым настроением на весь день.